Итак, у Яндекса есть такая функция Яндекс Репетитор. Там есть тренировочный вариант номер 12. Сейчас мы его порешаем. Рассмотрим задание 5. Когда дана таблица. Стоимости в таблице. Так, что надо с этими числами делать? Вот эти два числа нам нужно сложить. Эти два числа тоже нужно сложить. Значит, я это сделал в Excel. Вот это плюс это получилось 42 тысячи. Вот это 35 тысяч. Дальше нам нужно посчитать разницу. Разница составила 7280. То есть столько первоначально хозяин переплатил. Теперь вот эти числа вот в этих столбиках нужно перемножить. Умножение делал. Есть такой сайт. Называется умножение столбик онлайн. То есть вот здесь написано, можно сверяться, как правильно столбик умножать. Значит, вот эти два числа, и тут тоже 5,6, а 3,8, вот эти. И вот эти результаты я тоже перенес в Excel. Вот 21, 6. То есть получается каждый раз экономия 14,56. Дальше я вот это число разницу, переплату делю на экономию. И вот здесь получается число, вот через сколько окупится. Если число хорошее, это еще один плюс к тому, что сделано задание правильно. Так, возвращаемся к заданию. Где оно у нас? Так, да. Через сколько часов непрерывной работы? Вот оно. Значит, здесь пишем 500. Дальше, следующее задание, шестое. Найти значение 1/4 плюс 0,07. Итак, как делать это задание? Преобразуем 1/4, это 0,25. Прибавляем 7 сотых. Здесь важно писать запятую под запятой, чтобы не ошибиться. И вот опять запятая под запятой. 7 плюс 5, 12, 2 пишем, 1 в уме. 2 плюс 1, 3, ответ 0,32. Вносим ответ сюда. 0,32. Следующее задание. На координатной прямой отмечена точка А. Известно, что она соответствует одному из четырех указанных ниже чисел. Какому из чисел соответствует точка А? Значит, анализируем отрезок. У нас от 0 до 10. Значит, вот где-то посередине будет 5. Значит, А чуть больше 5. Смотрим, какие у нас числа. 181 дробь 16. Это будет, если в столбик начать делить, да? 16 один раз возьмем. Больше 10. То есть 10 умножить на 16 будет 160. А тут вообще 181. То есть первая точка вообще далеко за 10. Теперь 0,6. 0,6 где-то рядом с нулем. 4 тоже до 5. А вот корень из 37 больше, чем корень из 25. Корень из 25 это вот как раз точка 5. А дальше будет корень из 30,6. И вот А, скорее всего, вот соответствует, ну, из этих четырех, ближе всего к варианту 2. Выбираем вариант 2. А дальше задание. Умножение двух корней. Итак, умножение на двух корней. Корень из 45 не извлекается, а корень из 605 не извлекается. Что мы делаем? Мы представляем 45 как произведение 9 на 5.
А, то есть здесь нам помогают признаки делимости. То есть если видим, что число заканчивается на 5, значит оно точно делится на 5. И 605 заканчивается на 5, значит делится на 5. И 45 делится на 5. Это нам очень важно. Две пятерки из корня выйдут. Значит, 45 это 9 на 5. И мы сразу вспоминаем, что корень из 9 3. Значит, хорошо, девятка выйдет из корня. Значит, 605 нужно будет поделить на 5. Делить на 5 в столбик. Значит, как делить столбик? Есть тоже деление в столбик онлайн. Да? Значит, сколько пятерок в 6? 1. Сносим, отнимаем. 6 минус 5, 1. 0 сносим, 10. Берем по 2 пятерки. 10 минус 10, 0. Пятерку сносим. Ну, сейчас 121 получилось. А дальше получается... И вот... Расписываем корень из 45 как корень из 9 на 5, корень из 65 как корень из 5 на 121. Дальше можно все это записать под одним знаком корня. Да, дальше это можно вот так сделать. Вот так. Единый знак корня. И получается, корень из 9 это 3, 2 пятерки выходят как 1. И вот получается важно знать еще квадраты чисел не только до 10, но и до 11. А, что корень из 21 это 11. А дальше нам нужно перемножить эти числа. Ну, 3 5 15. Ну, 15 на 11 тоже не так уж трудно. Да, вот представлено. 15 15 прибавили 165. Значит, получается в данном примере ответ 165. А дальше у нас тут время отчитывается, но мы 3 часа не будем сидеть. Да, то есть мы вот сделали сколько нам заданий комфортно. Нажимаем завершить тест. Появляется еще такой на проверку, да, сдать. А появляется вторая часть. Задание 21 опять завершить тест. И смотрим результаты. Да? То есть вот то, что мы прорешали. Сравниваем. 500, 0,32, 2, 165. Все отлично. А, вот такие задания.